Одной из центральных тем на переговорах президентов США и России станет Грузия. Об этом заявил старший директор по России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов Майкл Макфол. Он подчеркнул, что у Вашингтона насыщены отношения с Тбилиси. Белый дом намерен продолжать оказывать Грузии помощь. По словам Макфола, американская сторона готова объяснить России цели, которые США преследуют в Грузии. Он отметил, администрация Обамы намерена и дальше обсуждать с Москвой ситуацию вокруг Абхазии и Цхинвальского региона. «Наша долгосрочная цель – убедить Россию вывести оттуда свои войска», подчеркнул советник президента США.